Ай! Ну, блин! Я вот следующий... Вот он на человека на горке убил. На человека. Убила все-таки, да? А ты смотри! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Сахар, Форум, Угабуга, Фриз, Радекс, Водочка. Пацаны, поздоровайтесь. Приветики, млечки. Всем привет. Ребята, мы скачали очень классный хоррор NPC с фильма Silent Hill. Называется Лиза. Если тебя кушайте, приятного аппетита. Сейчас увидите, насколько они круто сделаны, как они офигенно убивают. Вот там два ведра. Да-да-да, будьте внимательны, пацаны. Будьте очень внимательны. Смотрите. Ого, зубы на весь экран. Ну нафиг, я бегу. Вот это жесть, убила. От нее, кстати, Серега, не убежать. И вы знаете, что еще какой прикол? Двери не работают. Когда она рядом возле вас, у вас летают рядом предметы, и двери просто не открывают. Видите? Все, двери не работают, значит, она рядом. Надо бежать. Надо бежать. Двери сами открываются и закрываются, Серега. Все, не работает. Кстати, можно будет... Если вы, ребята, поставите 3000 лайков, мы поставим очень классную и темную карту, где будет куча дверей, и будем с ней выживать. Все, дверь здесь открывается. Значит, ее рядом нет. Вы можете проверять, рядом она или нет? Все, убила. Мелкая. Вот это она стрёмная. Офигеть. Очень классный мод. Вышла, кстати, сегодня. Свежачок. Она здесь, она здесь. Я видел, я боюсь ее. Ну нафиг, надо текать. Офигеть. Тихо. Она съела УТВ. Все. А! Блин, она всегда сзади. Притом, ребята, я поставлю всего 5 штук. Смотрите, что она делает. С 5. А если я поставлю штук 100? Не, ну 100 штук, мне кажется, это прям будет читерские, да, пацаны? Они и так нас убивают. Смотри, двери не работают. Не работает дверь. Серега просто в столовке сидит, и его никто не убивает. Мы идем до Сереги. Серега, мы идем к тебе, чтобы она тебя убила тоже. Сразу 3 штуки убила. Да ладно. Она передо мной двери закрывает. Да, она делает аномалии на карте. Умная. Если было бы много предметов, они бы взлетали все. Беги! Да блин, ну как она меня поймала? Получается, если она уже преследует и стоит сзади тебя, все, уже она тебя убьет в любом случае. Серега, ты еще ни разу не умер? Не, я же... А, все, я умер. А, блин, я так обратно... Короче, я удаляю спауны сейчас. Я их заново поставлю. Хочу, чтобы мы спавнились в разных местах на карте. Мне кажется, так будет прикольнее. Да. Дима. Да? Я живу очень долго. Меня еще ни разу не убили. Ну зря ты это сказал. Били. Зря. Бегите! Все, я моргнул, значит, она меня сейчас убьет. Будем знать. Передо мной же. А, все, мне хана. Отлично. Я убежал. Я убежал. Серега, беги, она там. Я за тобой. А. Убила. Убила все равно. Представляете, насколько она мощная? Я живой. Она пинает эти или вы пинаете банк? Нет, это она пинает. Вот смотрите, я сейчас стою. Давайте проверим, двери закроются или нет. Аномалия будет? Она, походу, за тобой пошла, Дим. Да, она двери сама закрывает. А, она тут. Она перед носом их закрывает. Смотри, сама закрывает. Я открываю дверь, она сразу их закрывает, чтобы я не мог убежать. Вроде бы после закрытия 5 секунд и не работает дверь. Это жесть. Смотрите, она закрыла... Она меня закрыла, Серега, я не могу выйти. Отлично, я убежал. Я убежал, сразу дверь закрыла. Это жесть. Съели передо мной. Так, беги. Беги, Димка, беги. Серега, ты живой? Да. Отлично. Давайте проверим, закроет она дверь или нет. Смотри, дверь открыта, никто их не трогает. Покажи Серега. А, всё, это автомат мигает. Серега, я с тобой, будем вместе выживать. Откройте. Нет, отстанет. Чего? А, что со мной? Оно управление, кстати, даже... Я как-то в стенку врезался. А, зараза. Да, а ты, Серега, жив? Ребята, не забываем обязательно поддержать лайкосиком и подпиской на канал. Потому что такое именно стрёмного NPC мы еще никогда не скачивали. Серега, ставить еще? Давай. Давай, ставлю. Да я не могу, все, ты вышел, я не могу. Я не могу открыть дверь, она сзади. А, отвали, морда. Чем больше, тем веселее. Все. Да, Дима? Да, я думаю, что я их 5 штук поставил или 6. Добавляем еще. У меня на глазах, ты у меня сейчас на глазах раздох. Спасибо тебе. Все, около 10 штук, пацаны. А! Отвали! Отвали! Они все на меня! Ну ё-моё, ну чё она такая страшная? Она реально... Блин, у нее такое лицо именно стрёмное, зубы желтые. Она беременная, что ли? Без понятия. Всё, дверь открылась.
Хорошо, что я ставлю... А! Сразу меня поймало. Что значит много их поставил? Я, короче, буду на улице. О, я на горку залезу. Интересно, она меня с горки убьет, если я буду на высоте? Да. Убивала уже, да, Серега? Меня нет, а тебя убьет. Ну спасибо тебе, поддержал. Да, на здоровье. Смотри, не трогает. Не трогает. Отлично. Смотри на качели. Смотрите на качели, пацаны. Качели сами взлетают. Офигеть. Она значит рядом, она, пацаны. Ой-ой, все, все, поймала. Отлично, я живой. Она меня еще не поймала. Ай, красиво, смотрите, бах. А меня не трогает, пацаны. Опять. На высоте не убивает, отлично. Серега, что с качелями? Все, катайся. Интересно, она вместе с тобой поднимается. Смотри. Ребята, это класс. Все, стоим. Отлично. Поймала, поймала, есть. Я что, умру сейчас? Да. Коней не должен. Я живой. Все, я нашел, ребята, метод делать так, чтобы она не смогла меня убить. Серега, ты куда летишь вообще? Не знаю, в космос подальше тебя. Она сейчас тебя убьет. Не конец. Отлично, я живой. О, все, давай вместе тут держаться. Она не может на высоте убивать. Вот это же все взлетает. Дим, она может на высоте убивать. Она убьет тебя. Не, не убивает пока мне что. Может еще поставить их? Давай. Я еще поставил 3 штуки. Это уже около 15 штук. Может даже, нет, 13-15. А он танцует, не страшно, да, тебе? Хорошо, танцуй. А качели взлетают. Серега, она тут убьет. Она тут убьет, Серега, я проверял. Ладно, я спрыгиваю, мне ее нема, чтобы... Они ждали, пока я спрыгну, представляете, они сзади меня стояли все. Офигеть, вот это стрёмный NPC-шка. Я его добавлю в коллекцию, он стоит того, чтобы повыживать. Мне кажется, это один из самых прикольных NPC, которые можно в Гаррис моде было увидеть. Очень круто сделано. Она меня убивает. А я вижу, Серега, ты завис на решетке висишь. Солевой. Нормально все? Да, нормально. 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 Она меня сейчас убьет, надо бежать. Интересно, на большом расстоянии убьет или нет? Бежим, 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 бежим. Отлично, я убежал. Двери проверим, открываются. Все, двери, а двери открыли. Смотри, сразу закрылись. Все, двери не работают. Она блокирует их. Отлично, отлично, Серега. Я буду с вами. Вот это жесть. Она постоянно может бежать быстро. Я бегу. Я тоже бегу. Она все равно убивает. Независимо, как ты бежишь? Да. Я понял. Хорошо, хорошо. Я еще оставлю. Или не надо? Не надо, дядя. Не надо. Не бойся. Сахара убили 4 раза. Как такое может быть? Она ко мне стучится. Она стучит в двери даже? Да, только стучалась. Ай, все. Поймала, подловила меня. Ну, я поддался ей на самом деле. Давайте проверим в классе. Если я стану спиной к стене, она меня убьет? Вот я же, она же со спины убивает, а я сейчас встал вот так вот. Давайте проверим. Эксперимент, ребята. А! Эй, отвали, ну пожалуйста, уйди. Фу, какая она стрёмная и страшная. Вот это музыка. А, они со спины. А, нет, убила спереди. Их двое даже. Серега, я за тобой. Смотри, двери прижала сразу. Беги, беги. От нее, кстати, не убежишь. Она просто преследует тебя. Она дверь закрыла передо мной. Да, она так делает. Что говоришь? Возможно убежать. Возможно? Возможно. Я бегу. Я попробую убежать все-таки. Смогу, не смогу. Так, бежим со всей силы. Буду так вокруг школы бегать. Посмотрим, подловит, не подловит. Вот это она стрёмная. И дверь, а все, она меня походу подловила. Я как будто, знаете, такой, как экран немножко темнеет. Мне кажется, это все уже она тебя увидела, значит. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Она сидит, у нее, кстати, разная анимация есть. А ее можно убить вообще? Тебе
пистолета просто стреляю. Давай попробую с админского пистолета. Ай! Улыбается еще такая у меня улыбка. Мне нет, кажется, ее нельзя убить. Это призрак, она не убит. А, это смотри, а. Вот это жесть, что она делает. Это нереально, все. Она стучит, я слышу, как она стучит в двери. Где она? Не, не убивается, Серега, я проверял уже. Не, сквозь нее проходит. Да блин, нельзя и подойти к ней. Кстати, пули, походу, в нее как врезаются, да? Хм. А если на парте буду стоять? Давайте проверим, на парте убьет меня или нет. Все, выживаем. Она рядом? Нет, ее рядом нет. Короче, на горке, если долго стоять, она не убивает. Да и пофиг, она все равно убьет тебя. Да, она ждет тебя, пока ты слезешь, чтобы тебя замочить. Но пока если никто не преследует, это очень хорошо. Мне это нравится. Вот это она громко стучит по дверям. Опа. Опа-па. Опа. А ну давайте попробую спрыгнуть, убьет сразу? Нет. А ее нету. А вы тоже какие-то звуки такие слышите там? Кто-то кричит как она будто. Она кряхтит, она кряхтит. Ах! Блин, представляете, возле двери ждала уже. Да, она беременная. Серега, ты под одним клипом залетел? Можно с горки запрыгнуть. Ай, ай, ай-яй-яй. А блин, отвали от меня. Где она? А! А! Двое! Блин, этот призрак стрёмный. Она очень стрёмная. Блин, а двери не открываются. Все, она... А, е... Ай, блин, только вышел за дверь и сразу убила меня. Представляете, какая она мощная? Я с горочки скатился. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы будем взрывать их ядерной бомбой. Обязательно мы это сделаем. Она даже наверху убивает, Дима, даже на каче... вверху на качелях. А я на горке стоял, она меня не убивала очень долго. Она что, она потому что на тебя не агрилась, она другие. Не, я только спрыгнул, они сразу ждали меня внизу уже. Да блин, смотри, о, правильно, сиди. Вместе будем сидеть, все, может она не увидит нас? Ой, увидела. Ай, ну блин. Я следующий. Вот она человека на горке убила. Убила все-таки, да? А ты смотри. Блин, ну она очень жестокая. И не убить ее, ребят, вообще никак. Чисто только вот так вот выживать. Но она бывает такая анимация, что ты уже далеко отбежал, она как-то убивает. Показывает, что она далеко где-то стоит. Отлично, отлично. Вот это звуки, прям, знаете, по наушникам она к стерео бьет. Круто сделано. Разработчику... Да ты смотри, убила меня, фиг знает где. Морда, а? Ну, дверь, открывайся. О, тут валяется кто-то. Водички надо попить. Где вода? Дай мне вот. Ой. Ой, банка летит с водой, смотрите. Надо бежать. Не попью его, все. Поймала меня, прям в воздухе схватила. О, тут глобусы, они физически имеют свойства? Нет. Что это было? Тут на дверях какие-то зеленые штуки появляются. Как знак какой-то. А, все замочило меня. Через стенку при том, представляете? Она может с другого конца карты убить. Да, кстати, она может это сделать. А, бегите, бегите, глупцы. Глупцы. Ой, если под стол залезть. Не работает. А если в воздухе зависну? Это жесть. Сижу. Ай, все, она меня сейчас убьет, походу. Она меня сейчас убьет. Все, поймала челика. Водочка слился. А ну вы что делаете? Вот это, я вижу, как постоянно все умирает. Тут уже смертей, у самого больше... Дима, я в воздухе вишу, она пока меня не убивает. А где ты? Да я вот на площадке. Я лечу к тебе, хочу посмотреть. Где батут? Она меня в воздухе убила, Серега. Я летел к тебе, и она меня убила. Меня пока нет еще. Давай я с тобой посижу в воздухе, давай повисим.
все летают. Убила меня, Серега. Ну я живой. А блин, она хочет. Дверь, что дверь. 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 Дима, я думаю, пришла пора их убивать. Давай, я не против. Можешь лупашить их. Отошли. Отходите все, отходите. Ай! Ну как она меня убила, если я фиг знать, где нахожусь? Опять убила. Так, на 3, 2... Давай. 1.5. Ах ты, говно, она меня убила. Сейчас. Серега, она не дала тебе бомбу взрывать. Не дала. Она сейчас. Защищается. Она чувствует. Бомба. Ай-яй-яй, но бомба просрала. Не, никто не умер. Они неубиваемые, это ж призраки. Но мы их все равно взорвали. И себя тоже. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.